День открытых дверей университета – это мероприятие, на котором абитуриенты и их родители могут не только узнать про всю полезную, актуальную и важную информацию о поступлении, учебных планах и академической нагрузке, но и окунуться в атмосферу образовательных программ. В актовом зале Верхнеспасской школы состоялся выездной день открытых дверей Аграрного университета для выпускников 9-11 классов школы Рассказовского района, а также учащихся 10 классов. В ходе проводимых мероприятий старшеклассники района не только познакомились с направлениями подготовки, представленными в университете и его подразделениях, но и узнали о традициях и достижениях вуза, получили ответы на любые вопросы по поступлению и обучению. Механизация сельского хозяйства, прикладная информатика, компьютерные сети, право организации социального обеспечения, дошкольное образование. Наши студенты проходят практику в очагах в Москве. Зарплата там очень хорошая. Поэтому приходите, учитесь. С приветственными словами на сцене выступил и глава Рассказовского района Алексей Поздняков, поздравив всех школьников и гостей с Днем Конституции Российской Федерации. Сегодня, благодаря плотной работе с Мичуринским аграрным университетом, в Рассказовском районе реализуется много различных социальных, научных мероприятий. И сегодня то, что наши мероприятия проходят совместно, это большая заслуга и работников общеобразовательной школы Верхнеспасской, и отдела образования администрации Рассказовского района, ну и, конечно же, Аграрному университету за это хочется сказать огромное спасибо. Администрация университета, в свою очередь, подарила семена винограда. Замечательным подарком для всех участников встречи стала и концертная программа, которую подготовили для ребят студенты университета. Николай Теплов, Никита Желтов, новости ТВ Рассказово.